Прости, только пришла домой. Я жду тебя в весеннем кафе. Что? Ты все-таки запомнил это место? Это не похоже на тебя. Что случилось? Заболел? В отличие от тебя, у меня прекрасное здоровье. Подло! Ты удивительный человек. Моя полная противоположность. Я хотел стать похожим на тебя. Я хочу стать таким же, как ты. Я хочу съесть твою поджелудочную.